Здравствуйте! Я всегда говорил это в начале концерта и сейчас повторю, что, конечно, нам нужно записывать аплодисменты в начале концерта. И если мы его снимаем, клеить их в конце. Потому что наше, как вы понимаете, творво, оно не всегда стимулирует. Но, друзья, сегодня уникальный концерт, действительно. Дело в том, что где-то в середине вечера, если кто дождется, будет премьера песни. Премьера песни. Не буду пока раскрывать секрет, что это будет за песня, но вам понравится. Особенно к тем, кто не успеет уйти до середины. Да, да, я подскажу, где премьера. Это будет отдельно, с балетом. Вы все увидите, поймите. Вторая особенность сегодняшнего концерта, друзья, дело в том, что он тоже уникальный, потому что я охрип. И сегодня все песни, которые вы будете слышать, у вас будет две опции. Первая — это вы смотрите на нас, и вы видите и слышите то, что у вас видно и слышно. И закрываете глаза, все то же самое, но поет Джигурда. И третья радостная новость. Не знаю, как она вас касается, просто порадуйтесь за нас. Спустя 40 лет после рождения, ни разу этого не делав в жизни, наконец-то наш клавишник Дмитрий Паэта начал пить. Не знаю, почему все радуются. Что и в каком количестве — решать вам. Thank you.
Очень приятно однажды взять, сделать какую-нибудь песенку, потерять ее в интернете, а потом она всплывает хрен знает через сколько времени. В данном случае это произошло спустя 8 лет. И многие подумали, что это оригинал песни. Да, спетый в оригинальной версии оригинальной группы. Но это были не они. Это были мы. Чем мы сегодня говорим мы? Это был я. Да, друзья, открытое акционерное общество. Зеленоглазое такси. О-о-о. От вас потребуется, естественно, только эта буква с широко раскрытыми глазами. Я думаю, что вы готовы. Дмитрий Павлович Паэта сегодня будет, друзья, у нас работать в качестве эффекта эхо. 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 Дима. 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 Молодец. Дец. Дец. Себе назвать, потому что мы, кроме Москвы, выступаем в других городах, они спрашивают, кто вы. Ура! И мы рок-группой себе назвать в полном праве как-то глупо. Мы долго придумали себе название и стиль, как бы, в котором мы играем, и поняли, что это, друзья, называется очень просто. Музыкальная лаборатория всяких идиотских экспериментов. И вы знаете, что люди иногда, вот, те особенно, кто учился на факультете естественных наук,
они знают, что иногда возьмешь кролика, да, сделаешь над ним эксперимент, а он сдох. Вот у нас произошла похожая ситуация, мы взяли песню, обработали ее, она сдохла. То есть от песни вообще не осталось ничего. Ни смысла, ничего. Даже люди, которые знают эту песню в оригинале, сами авторы этого произведения, говорят, что это не оно. Мы счастливы вам ее исполнить. Мы, собственно, хотим открыть вам еще один секрет. После именно исполнения этой песни наш клавишник начал пить. В оригинале песня называлась «По секрету всему свету, все, что было, расскажи». Если есть люди, у которых... Хотя ладно, вас уже ничто не спасет. Жу-жу-жу! Жу-жу-жу! Жу-жу! Жу-жу! Жу-жу-жу! Жу-жу-жу! Жу-жу! 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 Всем, как он скажу я скрыт мужу я не шкаф и не музей. Будь секреты от друзей. Будь секреты от друзей. Друзья, 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 друзья. Я не лажу, жужу. Все, что было? Не знаю. Кто такая все, что было? Я не знаю. Кто такая все, что было? Я не шкаф и не музей. Они секреты от друзей. Они секреты от друзей. Друзья, 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 друзья. Улыбайся!
нравится. В оригинале было «Окно с немецким порно». Но нам прилагательное немецкий не нужно. Мы каждый раз спрашиваем в разных регионах страны, какое порно смотрят там. Перед концертом я сделал опрос в Туле. У них есть два вида порно. Зарубежное. И местное. Да, нефильтрованное. Посмотрим, как ответит столица. И открывается окно с каким? С тульским предлагаем. Немецкое было уже. О! Вот это интересный ход. Поворот в песне. Спасибо, ребят. Ну, от пара другого я не мог услышать. Итак, версия принята. И открывается окно с советским порт. Ответить жене. Дорогая, ты еще раз как? Дорогая, ты получше. Дорогая, ты получше предлагает. Дорогая, нету света. Есть предложение. Дорогая, все нормально. Дорогая, это парень. Вот кто-то. Как еще раз? Все нормально, деньги есть? Ну да, это всегда. А, ну тогда, конечно. Да, дорогая, это парень. Хотя ладно, все-таки. Да, да. Дорогая, деньги есть. Дорогая, деньги есть. Налево плохо, так налево. Раз, два, три. One, two, one, two, three.
слушали?